Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. На трассе М5 Минск-Гомель большегрузная машина протаранила грузовик. От удара автомобиль перевернулся и врезался в столб. Как выяснилось, 54-летний водитель фуры отвлекся, в результате чего столкнулся с автомобилем ГАЗ-3309, который двигался в попутном направлении. Грузовик от удара перевернулся и врезался в опору линии электропередач. В результате дорожно-транспортного происшествия 52-летний водитель автомобиля ГАЗ получил телесное повреждение, по факту которых был доставлен в учреждение здравоохранения. На место аварии выезжали также и сотрудники МЧС. Спасателей вызвали по причине того, что из грузовика вытекло дизельное топливо. Чтобы предупредить возможное возгорание автомобиля, была создана пенная подушка. Сотрудники ГАИ Октябрьского РОВД при проведении рейдовых мероприятий на территории Калинковичского района задержали автомобиль с незаконно перевозимым грузом. В салоне остановленного «Фольксвагена» нашли 15 литров спиртосодержащей жидкости и 20 бутылок горькой производства Российской Федерации. Соответствующих документов у водителя не нашлось. По данному факту проводится проверка. А в Будокошелевском районе выявлен факт хищения 80 килограммов комбикорма с территории молочно-товарной фермы «Ивольск», которая относится к предприятию «Кривск». В ходе разбирательства было установлено, что кражу совершил работник данного предприятия. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Мелкое хищение». Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.